Привет! Вы на канале Райвика. Мы сегодня с Лолой для вас приготовили супер пирог. Будут есть ваша жена, муж, любовник, соседи, которые будете готовить для них не через день, а все 365. А все 365 дней подряд, потому что он такой улетный, вон Лола прям уже не может от сногсшибательного аромата. Поэтому прямо сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто впервые, и смотрите способ приготовления сливочного, сахарного, дрожжевого нежного пирога. Поехали! В миску наливаем 120 мл теплого молочка, высыпаем пакетик ванильного сахара, столовую ложку белого обычного сахара. Из общей массы 300 граммов муки чуть-чуть просеем сюда. И добавлю 7 грамм сухих дрожжей. Перемешаю. Накрываем опарку чистым полотенцем и убираем его минут на 10. Ее опару убрала в сторону на 10 минут, а в это время берите 2 яйца. Эти яйца отправляем в емкость. Из 80 грамм сахара часть я взяла в опару, остаток высыпаю в яйца. Сюда добавлю 70 грамм растопленного сливочного масла. И взбиваем. Пока в курятник сходили, яйца взяли, все перемешали, прошло 10 минут. И опара, тарам-та-там, готова. Видите, она тут бульбукает, значит, подошла, куда ей деваться. И сюда вот я просею остаток муки из 300 грамм, который был. 7 веем посеваем. Всем счастья, добра желаем, кто ставит нам лайки. Яично-масляную смесь заливаем. Ой, как красиво. А дальше, чтобы ручки чистыми сохранялись, берем лопаточку и мешаем. Минутное дело, и тесто готово. И опля, накрываем его полотенечком. И целых 40 минут мы пишем каналу Райвика комментарии, ставим лайки и смотрим остальные видео. И ждем, а через 40 минут возвращаемся к тесту. 40 минуточек прошло, ты комментарии написал? Я сейчас все посмотрю и отвечу. Тесто открываем, и оно подошло. Значит, что мы делаем? Сверху мукичку посыпаем, и тесто на коврик отправляем. Видите, какое оно бульбенистое, живое, настоящее. Чуть-чуть тесто помешаем, любовью его и энергией своей наполняем. Тесто мукой не забиваем, а ровно столько, чтобы любовью наполнили. И берем противень, форму, у меня прямоугольная, и сверху нее постелена пергаментная бумага. А теперь сейчас руки об муку обваляю, чтобы тесто молча взяло, и сюда отправляю. И ручками распределяю, чтоб не липло, ручки смазываем мукичкой. Тесто распределила, и теперь пальчиком беру и вот так дырочки выдавливаю, прям до дна. Туточки у меня масло сливочное, порезанное на кусочки, и его сюда вставляю. И теперь берем сахарочек и сверху посыпаем. Вы уже догадались, что любое тесто, когда оно в форме, нужно ему дать время на расстойку. Поэтому мы его накрываем и даем 20 минут отдохнуть. А потом будем запекать. Так что не парьтесь, скоро будем запекать и есть. Наша главная помощница спит, потому что она знает, что тесто 20 минут постояло, подошло. Мы видим, что оно поднялось в размере. И мы его отправляем в разогретую духовку. Она у нас на 180 градусов. Отправим сейчас минут на 25. Баба-ягодка опять. Ну что, посмотрите, какая красотень. Он так подошел, румяненький. Но это еще не все. Нам нужно взять сливочки, где-то миллилитров 100.
И вот так прям по чуть-чуть сверху наливаем. Ох, у кого-то попа аж слипнется от такой вкуснотени. Кулаки, небось. Это точно, да. Будет сливовый. Еще бы не муж, любовница, жена, да тут все будут пищать от восторга с такими продуктами Йохан Вэй. И теперь нужно еще на 10 минут отправить его в духовочку, и потом будем дегустировать. Всего лишь. Пирог пропекся, и настало время самое лучшее для его дегустации. Ему вообще нужно дать время остыть. Но вы, как всегда, наверное, знаете, кто нас смотрит, что времени на остывание у нас нет. Нам прям не терпится горячим его попробовать. Если он горячий будет вкусный, то сырым тем более. Ой, сырым, холодным. Режется легко. Опачкаля. И посмотрите. Прям пышненький, как я. Внутри прямо как хлеб. Бачите? Видите? Ай, горячо, горячо, горячо. Но посмотрите, какая структура. Какая нежность, мама дорогая. Не, я обязана это попробовать. Немедленно. Пускай диета подождет, и весь мир остановится. Ну, классно. Как сдоба. Боже, как в детстве. Я такое в садике ела. Боже, это реально пирог из детства. Сейчас надо Лолу взять. А то кощунство. Сейчас я чуть холодненькое подую. Лолочка. Ой, давай подальше от стола, подожди. Ой, тебозе, ой, ой. Ой, ой, ой. Все, и крошки слезаю, и лижем крошечки. Да, вон тут. В общем-то, мы с Лолой просто в восторге. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша жена, муж, любовник, любовница были в восторге, готовьте для них этот пирог, и ваша жизнь будет супер-пупер. Будет удачной. Я соседи. Ой, боже мой, простите, соседи, дорогие мои. Это соседи сейчас будут делать этот торт и готовить, и не остановятся, бедолаги. Да, соседи вас опередят, поэтому не ждите, пока они вас опередили. Быстро готовьте этот пирог и получайте море комплиментов, удовольствия и восторга, потому что он этого достоин, и вы тоже. Поэтому, друзья мои, мы ждем ваши лайки и комментарии. Кто уже когда-либо готовил такой пирог, подтвердите, дайте знать, да, напишите остальным, кто будет его готовить, что это реально прям улетно. Поэтому, что мы там ждем, Лол? Комментарии ждем, лайки ждем. И кто еще не подписался на нас, то обязательно нажимайте красную кнопку подписаться. Еще можете поделиться этим видео с вашими друзьями в социальных сетях, пускай они тоже готовят и приглашают вас в гости. Когда вы пропустите какой-то день и успеете приготовить, пойдете к ним домой на чай. А мы желаем вам всего доброго, хорошего настроения, будьте счастливы и до новых встреч. Пока-пока! Отправляй. Лола, она тут мне расколбасила эти мои штучки, да? А ну брысь, фу! Сырную доску, понимаешь, она тут колбасит теперь, да? Все, иди куда-нибудь. Будь здорова. А куда ты тянешь, Лола? Что, хочешь открыть свою еду? Ну, открывай, открывай, да. Она с магазина так тянула. Со склада тянула, аж до дома дотянула.